Так, привет, друзья! Значит, очередной ролик по фитнесу. Небольшой краткий отчет о проделанной работе. Значит, первое. Сегодня были сданы анализы. То есть, параллельно, как вы догадываетесь, значит, сейчас будет анонс о том, что следующий ролик, который вы увидите, это вы увидите обсуждение с тренером, с Аркадием, результатов. Ну и решение тренера, которые должны быть. Значит, за 2 недели я приучился есть регулярно. Правда, помногу, да. И сейчас, насколько я понял, будет снижаться рацион. То есть, будут меньшие объемы, будут уходить углеводы. За 2 недели у меня ушло порядка 3 килограмм, то есть сегодня я преодолел психологически важную отметочку 110. Вот. Хотя пока что больше 110, но важно, что они уже появились, эти циферки. А если бы я там как в один из дней не слопал тройные порции, ну, вместо одинарных, пару раз, то, возможно, килограмм бы и не добавился. Вот. Но в целом идет все отлично, руки не болят, ноги не болят. То, что я во время стрима жаловался на торможение, так это вы посмотрите, любые мои блиц-игры, я в каждой из них на что-то жалуюсь, на усталость, еще на что-то. Просто был найден повод, которого на самом деле нет, то есть голова работает нормально, то есть в данный момент никаких негативных последствий от диеты, ну или это не диета, в общем, от режима питания и от тренировок не испытываю. Приятно ноют мышцы, не болят, именно так слегка просят еще немножко нагрузки. Вот. Что еще? А, ну конечно, самое важное, про вес сказал. Объем талии, исходные данные были 130, сейчас 125. То есть 5 сантиметров ушло, и мне, в общем-то, это нравится. Вот. Ладно, на этом я с вами попрощаюсь. Анонс сделан, о чем мы будем рассказывать, сказано. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, дизлайки, комментируйте, помогайте худеть.